Дорогі друзі, рада вітати вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час приєднатись до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – справи сім'ї та молоді. І у нас сьогодні в студії є настоятель Свято-Нікольської церкви села Рибаківка Ієрей Михайло Ліньков, який добре знає про справи сім'ї та молоді. Отець Михайло, здравствуйте. День добрий. Благословіть, батюшка. Господь да благословит и да укрепит. Отец Михаил, будьте добры. Спасибо большое, что вы приехали из Рыбаковки к нам в студию. Вы являетесь заместителем главы епархиального отдела по делам семьи и молодежи. И, конечно, вы знаете хорошо про дела семьи и молодежи. Тем более, что и ваша семья может служить примером тому, как нужно жить в семье. И не случайно сегодня наша беседа об этом, именно о семье и о молодежи, потому что это два понятия, которые, в принципе, их невозможно отделить одно от другого, семья и молодежь. И то, что происходит сегодня с нашей семьей, я имею в виду, друзья мои, не только вот с вашей, с лично моей или лично с вашей, а вообще с семьей, оно как-то не может не волновать, потому что сегодня размывается само понятие семьи и как-то даже, я бы сказала, нивелируется оно. Почему? Как вы думаете? Ну, это вопрос очень глубокий, на него ответить двумя словами практически невозможно. Дело в том, что сегодняшний мир, он полностью изменяется. Происходит так званая трансформация нравственного сознания. Белое становится черным, черное становится белым. Это связано в первую очередь, конечно же, с духовностью человечества. Ведь дело в том, что лучшие стороны души человека, они проявляются как раз не в достатке, а когда человек испытывает какую-то нужду. Лучшие стороны человека проявляются в нужде и в скорби? Да. Возьмите себе пример окончания Второй мировой войны. Люди жили тяжело, но они жили более открыто. Они пережили огромнейшую трагедию, но они научились ценить жизнь. Они видели смерть, они полюбили жизнь. Это очень важно. Сегодня у нас все есть. Мы живем в таком мире, в котором полно всего. Что ты хочешь, ты можешь получить. И самое страшное, что большинство ты можешь купить. А вот семью купить нельзя. Семью надо строить. Над ней надо трудиться. А общество, мое поколение, оно живет уже в таком купи-продай. И в этом я тоже вижу одну из проблем, почему подрываются устои семьи. Наши родители жили не так. Они тоже мучились, они тоже страдали, но семья для них была сакральной. Они относились к святыне, к семье. Даже в советское время. В сегодняшнем времени у нас происходят совершенно другие такие моменты, совершенно другие аспекты. Мы видим то, что люди, они не ценят то, что имеют. Пока они это имеют. А когда теряют, начинают уже немножко покусывать себя за локти, говорить, ой, а почему это так произошло? Очень многие семьи распадаются, потому что они не выдерживают вызовов тому же самому быта. Они не умеют жить вместе. А жить вместе – это очень огромный талант и требует огромных духовных сил. Огромнейших духовных сил жить вместе. Почему так? Потому что мы воспитываемся в разных семьях. У нас у каждого закладываются какие-то взаимоотношения с родителями. Мы видим модель поведения мамы и папы. И мы эту модель пытаемся перенести осознанно, неосознанно мы переносим в свою семью. Когда мы ее строим, мы когда мы ее строим, обязательно. По-другому нельзя. Дети учатся не словом, а делом. Если мама с папой этого не делают, и говорят, сынок, ты должен обязательно это делать, никогда в жизни это делать не будет. Соответственно, если дети растут в семье, они видят, что мама и папа относятся к семье так вот, к детям так-то. Они будут это переносить в свою семью. Если это не происходит, если они этого примера не видят, они будут искать его в другом месте. И дай Боже, чтобы эти примеры были благими.
К сожалению, вот, семья, истинная семья в его библейском понимании, вот, где муж глава из семьи, вот, жена помощница мужу, тихая гавань, в которую хочется вернуться, она перестает существовать, перестает. Вот. Мужья перестают быть главами семьи, отец Михаил, или не хотят? Назовите мне хотя бы 10 знакомых вам семей, где муж глава семьи. Можете назвать? Ну, не знаю. Навскидку, наверное, нет. Так это проблема не только общества, это проблема и церкви в том числе. Потому что в воскресенье не женщина должна стоять в храме, а муж. Муж должен стоять в храме и молить за свою семью. Это... А женщина хлопотать по хозяйству. А женщина должна стоять с левой стороны и молить о своем муже, чтобы у него все получилось. Только тогда, вот, когда будет сохраняться вот эта библейская иерархия, да, вот, будет нормальная семья, будет крепкая семья. Вот, но если одеть мужа в юбку, то не удивляйтесь, почему он такая размазня в конечном итоге. Ведь большинство наших семей, они строятся по принципу, что женщина идет впереди. Вот она как ледокол идет, проталкивает. 90% вот, семей, вот, да. А потом мужчина идет сзади, вот такой вот весь красивый, добрый и пушистый. Вот очень редко, когда ты видишь семью в ее истинном таком вот евангельском, библейском понимании. Вот. За такие семьи приходится радоваться. Да, у них тоже своих скорбей куча. Очень много скорбей. Но иерархия должна быть. Эта иерархия должна быть в глазах детей в первую очередь. В первую очередь. Вот. В семье равенство. И муж, и жена, они вносят огромнейший вклад в то, чтобы семья была. Вот. Но в глазах детей голос отца он должен звучать несколько так внушительно и громче, чем голос матери. Вот. Мама любит, отец наказывает. Ну, тоже любит при этом. Любя, вы что? Ни в коем образе. Вот, вы знаете, вот сейчас вспомнились слова премудрого Сираха. Он говорит, плохой тот отец, который не наказывает своего сына, потому что на седину свою растит себе скорби. Вот. В библейском понимании слово наказать означает научить. То есть не то, как какое-то физическое внушение сделать, но чтобы это физическое внушение оно было с каким-то научением. Вот. У нас, к сожалению, вот, ну, это мы уже немножко перепрыгнули на другую сторону, вот, на сторону воспитания детей. Хотя вот, все так это все взаимосвязано. Все настолько связано, что граней здесь, вот так как с холистических граней провести нельзя. Нельзя расставить все на полочку. Отец Михаил, будьте добры, когда молодые люди решают связать свою жизнь, конечно же, навеки, правда, телезрители? Навеки и навсегда, потому что именно эти чувства и движут молодыми людьми, я так думаю. И вот они связывают свою жизнь, начинается жизнь, и уже думаешь, а может, и не надо навеки и навсегда? Почему вдруг возникают такие сомнения? А я думаю, что они возникают у каждой пары. Ну, вскользь этот вопрос коснулись. Обратно. Вот. Человек вот, растет в одной среде, воспитывается в одной среде. Вот. Начинает свою семью вот, и начинает вот, переносить вот эти все в новую семью. Она со своей стороны, он со своей стороны. Вот. Не всегда эти точки соприкасаемы. Не всегда. Вот. Хотя, как показывает практика, наши барышни, они выбирают себе мужа, который вот, ну, на 80% похож на ее отца. Вот. Парни точно так же, они в девушке своей, вот, они любят то, что находится в их мамах. Вот. Почему? Вот, возникает вопрос, почему возникает вопрос, вот, может, нам не по пути? Вот. Дело в том, что семья, вот, как и любовь в семье, как и чувство, вот, то, что мы с вами немножко, несколько слов докинули до начала передач, вот, любовь, она рождается в семье. То есть любовь рождается не до брака, а после брака? Ну, я бы разделил это так вот. Возможно, это моя градация, возможно, она неправильная, вы поймите меня, тоже человек, тоже могу ошибаться. Вот. Но то, что вижу я, то любовь, она рождается в браке. И любовь – это то чувство, в котором человек вот, готов умереть за другого человека.
Да вот, вы знаете, даже не так, готов жить ради этого человека. Да, вот это более, вот такая... это более говорит, потому что вот, есть такие вот курьезные, даже анекдотические такие ситуации, говорит, парень с девушкой, они говорят, а ты бы за меня умер, кошмар. Он на нее смотрит, говорит, я ради бы тебя жил. Вот. И этот ответ, который, наверное, хотела бы услышать любая девушка, потому что человек ради нее бы жил. Вот. Но когда этого не происходит, вот, тогда семья рушится. Когда мы не живем друг ради друга. Что такое семья? Это одна личность в двух ипостасях. Несмотря на то, что два человека, муж и жена, а это одна личность? Это одна личность. А вот в двух ипостасях, в двух проявлениях. Вот если это есть, есть семья. И крепкая семья. Заметьте, крепкая семья. Когда интересы, когда обе головы смотрят в одну сторону. Пускай они видят в разных оттенках жизнь, но они смотрят в одну сторону. А вот если этого нет, обратно. Ну, не может стоять дом, если одна стена в одну сторону накренена, а другая в эту. Он упадет, крыша упадет. Точно так же и с семьей. Вот, а по поводу трудностей, их испытывают каждые люди. Вот каждый, кто пытается жить вместе, испытывает трудности. Даже в народе есть такая пословица: муж и жена – два жернова. Почему? Потому что жернова трутся друг к другу. И пока они новые, они друг к другу только притираются. Но когда проходит время, эти жернова дают хорошую муку. Вот. А первоначально они дают такую с отрубями, такую, вот, не высшего качества. Точно так же и семья. Поэтому надо понимать, что любовь – это то прекрасное чувство, которое человек в себе воспитывает всю жизнь. Всю жизнь воспитывать в себе любовь? Абсолютно всю жизнь. А человек в эту жизнь приходит ради того, чтобы научиться любить. Это цель жизни человечек. Не построить дом. Боже, отец Михаил, веками люди ищут цель жизни. Для чего мы живем? Зачем мы живем? А живем мы, оказывается, друзья, для любви. Открывайте Евангелие, там все написано. В первые строки от Иоанна Евангелия говорят нам о том, что Бог есть любовь. Если человек создан по образу и подобию Божьему, то человек тоже должен быть любовью. Абсолютно любовью. Не той любовью, которая сегодня там вот, несется даже с экранов телевизора, которая пропагандируется в интернете, средствами массовой информации. Вот. Не той любви, которую можно купить. Не эта любовь. А той любовью, которую пишет апостол Павел. Которая не гордится, которая не превозносится, которая не ищет своего, но которая жертвует и готова отдавать. То есть любовь – это жертвенность? Это в первую очередь жертвенность. Это в первую очередь жертвенность. Вот Господь показал пример истинной любви, да, когда Он язвы наши взял на себя и вместо нас принял вот это поношение смерти, страдания. Отец Михаил, но дело в том, что сегодня не все готовы жертвовать собой ради чего-то. И может быть в это этом… Это неправда. Неправда? Это неправда. Это очень неправда. Вот. Возможно, не смотрят в эту сторону, да. Возможно, не думают об этом, да. Но если ты говоришь о том, что я с этим человеком готов прожить всю жизнь, значит, ты готов и жертвовать. Да? Но ты же говоришь об этом. К сожалению, есть очень такой неприятный момент из моей священнической практики. И батюшки, которые венчают, они тоже могут об этом говорить. Вот. Когда создается молодая семья, и ты знаешь этих людей по храму, они в храм приходили с маленького такого, и резонный вопрос, а почему не венчаетесь? Вот, ну вы же делаете семью, говорит, почему не берете у Бозеньки благословения, почему не просите, Господи, благослови нас. Благослови, чтобы у нас семья была семьей. Ну, венчание – это и есть благословение, ну, да, на брак. Это приглашение Христа разделить радость. Совершенно верно. Семьи. Да, это приглашение Христа на брак в Кану Галилейскую. Только этот брак происходит там в Рыбаковке, в Николаеве, в любом другом месте. Вот и очень обидно, когда вот, мы приглашаем всех, а Боженьку не зовем. А потом, Боженька, а почему наша семья распалась? Но ведь бывают, распадаются семьи и те, которые венчаны, отец Михаил. Есть такой момент.
Есть момент, но немножечко назад вернусь. Вот. Почему проблема, почему стыкается священник? Потому что задаешь вопрос, почему не хотите венчаться? А вдруг он мне не подойдет? А вдруг она это не моя? То есть сомнения уже закладываются изначально. То есть такая мина замедленного действия, которая уже заложена в семью. Да, совершенно верно. Венчание – это не панацея. А вот, обратно, Такиш. Вот, венчание будет иметь огромную силу, когда оба человека будут Боженьки просить благословения на этот союз. Оба человека будут просить. Когда они будут делать его, нет, не по моде, не потому, что нам, говорит, надо это сделать, потому что это очень красивая церемония, я буду такая вся в белом платье, а он будет в черном смокинге или в белом костюме, да? Над нами будут держать золотые венцы. Да, 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 да. А фотки потом просто с подружки, они просто обзавидуются. Вот. У меня было венчание, у них нет. Нет, в таком случае лучше не венчаться. Но это опасно даже. Это очень опасно. Это очень опасно, потому что, ну, извините меня, вот, прийти к Богу живому, пофотографироваться, вот, и сердцем ему ничего не сказать про свою семью, вот, ну, это как минимум глупость, как максимум богохульство. Вот. Поэтому очень осторожненько к этому. Но обратно такие же. Вот, мы говорим о том, что семьи распадают. Вот. Семья, как и любое другое здание, должно строиться не на песке. Оно должно строиться на камне. Вот. Наш камень, говорит церковь, краеугольный, это есть Христос. А вот. Есть жизнь в Боге, жизнь с Ним. Если у человека... Это церковная позиция. Вот. Мы сейчас не будем говорить о светской позиции, но вот несколько слов скажем о церковной. Вот. Если на этом камне строится семья, она будет стоять. Потому что Христос вечный. Ценности христовые вечные. Семья, благословенная Христом, она вечная. Она начинается здесь и простирается в вечность. Даже вот, вечность? Вечность. Потому что мы соединяемся друг к другу в бракообщении. Ну, вот, да, здесь мы живем во плоти, но души наши связаны обратно-таки же в одну личность. Это не мои слова, это слова Антония Сурожского, митрополита. Отец Михаил, хорошо, если венчание соединяет людей навеки, не только в этой жизни, но и в будущей, тогда у каждого человека должно быть только одно венчание? Совершенно верно. А если обстоятельства складываются в жизни, и по каким-то причинам пары распадаются? Ну, мы сейчас с вами, надеюсь, не будем все эти обстоятельства. Нет, нет, а мы не успеем, у нас времени мало. Ну, просто, то есть второе венчание и... Понимаете, этот же вопрос нет. Фарисеи задали Христу. Они спросили у него, вот Моисей нам повелел давать разводную грамоту. А вот Господь говорит им следующие слова, что Моисей по жестокосердию вашему дал вам это предписание. То есть разводы происходят по жестокосердию человеческому. Господь дальше говорит, что изначально было не так. Изначально был один муж, одна жена. Вот и сейчас, вот, если мы говорим о семье, вот, молодые люди и люди, которые прожили уже очень долго в браке, они должны это все прекрасно понимать. Я и вот этот человек, который идет возле меня, это вечно. Вот, это до гроба, это до смерти. Другого человека у меня не будет. Я не буду смотреть в другую сторону. Ну, вот, если я хочу, чтобы у меня была семья. Но если я хочу жить в свое удовольствие, вот жить как на широкую ногу, то ну, извините меня, не только здесь православная семья и светская, ну вообще не будет никаких взаимоотношений. Вообще, даже дружбы не будет, если все будет происходить в одни ворота, только в мою сторону. И поэтому мы говорим с вами, что семья – это жертвенность. Жертвенность в каком плане? То есть мы добровольно... Добровольно жертвуя чем-то ради себя. Не себя, а своей половинки, своего второго я. Это происходит со стороны мамы, со стороны матери твоих детей. Это происходит с твоей стороны. А когда уже идут детки, это уже совершенно другой круг взаимоотношений. Поэтому жертвенность уже направлена в ихнюю сторону. И здесь очень тоже очень важно, чтобы наши детки, они чувствовали любовь, чувствовали заботу,
но и чтобы мы не превращали своих детей в идолов, чтобы наши дети не занимали место бузинки. Потому что если это будет, вот, тогда мы вырастим монстров, которые всю жизнь потом будут у нас на горбе сидеть, вот, и до конца жизни вот, просить у нас там, денег на сигарет и на водку. К сожалению, приходится смотреть и видеть такие примеры даже в своей приходской жизни. То есть дети должны разделять вместе с родителями и трудности, которые выпадают в семье? Конечно. И радости? Обязательно. Обязательно. Без этого никак. Вот, семья вот в таком церковном понимании, христианском понимании, она подобна церкви, где муж есть священник, жена есть диакон, а дети – это народ, который стоит в храме. То есть муж несет служение, жена ему всячески в этом помогает. А детки – это то, ради кого эта служба совершается. И те, которые просят, чтобы за них молились, просили. Тем, которым это дается. Со временем дети подрастут, они тоже будут пытаться строить семью по такому принципу. Если это будет, если дети будут видеть этот пример в лице отца и матери, вот взаимопомощь, взаимовыручку, я думаю, что институт семьи, он не будет нивелироваться, он будет утверждаться. Вот интересно, что в православии институт семьи не нивелируется, а наоборот, все именно направлено для того, чтобы семья жила и здравствовала. А в принципе в светском обществе, несмотря на то, что все стремятся друг к другу, мужчины и женщины друг к другу, но там пожил, здесь пожил, сям пожил и так далее. А все, счастья нет. А где оно? Счастье, где ты? Счастье, оно рядом. Вот как говорил один батюшка, счастье, оно за твою спиной. Mm-hmm. И надо успеть развернуться и упасть к ногам счастья на колени. Вот. Только тогда ты его получишь. Так, говоря, отвечая на ваш вопрос, если православие, говорить о православии, если говорить о христианах, у них первая предпосылка идет в том, что мы странники на земле. Мы здесь странствуем. Наша жизнь, она не ограничивается вот этим временным промежутком, небольшим промежутком времени. Она не ограничивается. Она будет продолжаться в вечности. Человек, который не верует, он пытается от жизни взять все. Взять все сейчас. Взять все сейчас. И поэтому вот происходит, что я сегодня с одной, завтра с другой, а мне вот та понравилась, почему бы нет? Понимаете? Но это вот опять возвращаясь к тому вопросу, когда о венчании мы говорили, что если венчаются без веры, это очень опасно, то так и здесь это ведь очень опасно. Дело в том, что человек всегда связывает себя с тем человеком, которому он отдается. Это происходит не столько на физическом, но и на духовном уровне. Сколько бы там времени ни прошло, я всегда буду вспоминать там первого, второго, третьего партнера. Аж сердце, что не безграничное. Оно-то просит любви и любви к определенному человеку. Поэтому очень важно не забывать об этом. Отец Михаил, сегодня наша беседа именно и посвящена вопросу семьи. И так вот очень интересно услышать взгляд православного священника на проблему семьи. И как видно из ваших уст, в принципе, проблемы-то как таковой нет. Есть семья, если она есть, то ее нужно строить, если ее нет, то к ней нужно стремиться. Либо смириться, стремиться к чему-то другому. У нас остается буквально полминутки. Отец Михаил, будьте добры. Резюме нашей сегодняшней беседы для наших телезрителей. Если нет семьи, если есть семья, что в первую очередь? Все равно ведь мы живем вместе в обществе, и общество даже это тоже пусть наша какая-то семья. Будьте добры для наших телезрителей. В первую очередь, что нужно?
В первую очередь нужно выйти за границы себя. Это очень важно. Вот. Мир не замыкается на мне. Вся Вселенная не крутится вокруг меня. А вот она крутится вокруг всего человечества. Это очень важно понимать. Я, вот, это не мерило всего мира. А вот моя точка зрения, она, возможно, и важна для кого-то. Вот, но единственный человек, для которого она важна, это я сам. Если ты хочешь, чтобы у тебя были нормальные отношения с коллегами, вот, с друзьями, вот, в семье, учись слушать. Забывай слово «я», учи слово «мы». Вот тогда все будет хорошо. Вместе мы сила. Отец Михаил, спасибо вам большое, что вы приехали и так о глаголах вечной жизни в нашем сегодняшнем прямом эфире говорили мы. Я думаю, что ваше благословение, оно так и полетит по нашему эфиру. Друзья мои, у нас сегодня был настоятель Свято-Никольской церкви из села Рыбаковка, иерей Михаил Леньков. Я думаю, что его советы, его слова обязательно запали вам в душу. Це була розмова на тему. На все добре.